Все сверху. Они прыгать на это что ли? Нет, они с этого будут спрыгивать. Смотрите, интересная работа. Царям понравится. Игорь, пойдем окупим. Давай сразу скажу геометрию, да? Матвей, ты первый сделаешь, подготовимся. Мы тоже не стандартный. Очень важный момент. Разминки будет похоже упражнение, чтобы ошибку, которую делают вратари, которые первый раз делают. Спрыгиваешь на одну ногу, потом на другую и прыгает. Это совсем другая работа. Сам принцип вот, чем меньше касания землей на двух ногах, приземляйтесь сразу просто. Два подводящих упражнения будет. Сегодня холодно, поэтому и упражнения будут такие, чтобы вы мышцы согрели. А что будет в воде? Дропки? Вот а? Дропки что будет? Что будет в дропке? Стандарт? Стандарт только. И вообще все? Ничего. Да. Даже розыгрыша не будет сегодня. Хотя могут сделать, обычно не было. И сегодня могут сделать. Если будет розыгрыш, тогда... Тогда что-то поменяем. Ну, вот тумбу поделайте. Виталич, вообще без нас вся тренировка у них. Да, сможем. Единственное, разомнемся, ребят. Ага. А что менять-то? А что менять-то? Сразу в работу и все. Не, по фарту туда, ну блин. Я по фарту, блин, просто. Еще. Это как разминка не помешает. Вот это правильно. Чуть-чуть ближе подойди. Чуть-чуть ближе. Вот, хороший лес. Хороший, то, что надо. Смотри на себя, поехали. Как удобно делать? Да, пойдем. Шапка, бля. Бедро за собой тоже тяните. Ноги не держите. Сейчас. Сбился? Да, я поэтому так и не люблю. Ты себе подстрой, как тебе комфортно будет? Ну я попробовал, так вот чувствую, чуть лучше будет. Первый удар, два у меня уйдет, чтобы почувствовать, какой момент вам бить, потом пойдет. Так, мы готовы. И в девятку. Так, мы готовы уже. Здорово. Вот то, что надо, Матвей. Молодец. Ух ты! Чуть-чуть поймал бы из девятки. Один, ты не можешь забить. На играх забиваю. А? На играх забиваю. Каких? Видите, вне игры. У нас 40 минут. Да, идем. Иван! Да, куда? Давайте, дайте все DPS. Поехали. Потом в этом. И время нету. 40 минут. Смотри, Даня. Поехали. По удару не уходим. По удару, да. А Илюша, Илюша. Серега! Да, опять решай! 40 минут! Ну и куда ты гадать? Давай, давай! Флор, надо просто в удар надо! Удар в а вы как хотите выиграть? Вот и все! Иди! Это ничья сейчас? Две победа! Чикпак! Да! Саня, смотри! Как отжиматься! Не надо! Вы и так с 7 утра тренируетесь там! Мы слышим все! Даже как понял...
решение. Не до конца, Жик. Да не, закрой, Жик. Жор, открой. Там будет он с этого, открой. Ебать, есть кого. Только вышел. Да, только вышел. Реально? На Феде, он, похоже, бег. Чё ты? Сколько вышел? Чуть-чуть. Натуре он на 5 минут, наверное, прошёл. Он всегда один. Начал. Просто чтобы было, да? Это детская литература. Детская, интересно. Ну взял, в смысле, читаешь или просто взял? Что? Не, не читаю. Еду читаю. Пока камера работает. Засняли. Все засняли. С вами Биг Либончик. Серега Абасин под... Я могу спрашивать у него? Ну давай без этого. Без этого. Типа если я говорю бита, его ход, да? Если есть карта, хватит. Давай, 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 давай.
как мало, светит.